даже Йеллоустон Фоллс завораживает своей нежностью, завораживает формой листа, объемный этот лист Гейхерела Йеллоустон Фоллс. Она шикарная, она просто шикарная. Какой красивый большой лист. Обалдеть. Рядышком сажала алмоз. Теперь надо будет пересадить алмоз, потому что гейхеру я точно пересаживать не буду. Она очень гейхерела, вернее. Она очень нежная, очень хрупкая. Поэтому я думаю, что хоста лучше перенесет пересадку, чем моя любимица.